Привет, я Ася, и сейчас будем смотреть новый клип от Аджибуды, Егора Крида, еще и на фите Доминик Джокер, называется «Плачут небеса». Сам трек я, кстати, тоже не слышала, поэтому буду по ходу дела вникать и в трек, и в клип, и вообще везде, куда успею. Не забывайте про лайк и подписку, если все понравится, и поехали! Фу, а куда летим еще? Да решим, братан, нельзя. Дамы и господа, рады приветствовать вас на борту нашего рейса Тюмень-Пенза. С вами ваши капитаны Оуджи Буды и Егор Крид. Желаем вам хорошего полета и приятного просмотра. Ну, интересно, на самом деле заморочились. Мне, кстати, на стриме спойлернули, что там будет какая-то отсылка к Snoop Dogg'у. Вот, но честно, я за эту отсылку совсем не шарю. Но выглядит все стильно очень. Так хотел жить мечтой, рядом, а не скрою. Так хотел быть с тобой, к сердцу прижимаю. Хотел от любви огонь. Бэйби, знаешь, замок из тумана мне уже как дом. Я бы хотел дать тебе в рот, упс, пардон. Чё-то не припомню, чтобы такой читал Тимон. К сожалению, у меня на уме только бичи звонивают, бумер Димон. Среди пустых всех дней, ты как поднять лимон. Ну, рэперы, конечно, умеют там говорить о любви в своей такой интерпретации, ну, окей, прикольно. Так, 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 все, стоп, стоп, съемки, стоп, камера, стоп, ребят, свободный, бабло закончилось, баджета нет, все. Сейчас все будет. Смотри, прошло, хороших съемок. Продолжаем. Только не плачь, за тебя плачут небеса. Выбери себе все, что хочешь, за тебя плачу я. И тут как в песне буду все только для тебя. И плюс я S, E, M, эти знаки. И мы так высоко, но я люблю, когда ты низ. И все выносы мозгов опять загладит вакс. Твой самый классный лук, когда ты без одежды. В этом сером городе грехов ты ослепила всю крышку. Но опять плачут небеса о любви и мечте. Плачут небеса о тебе, о тебе. Ну, не знаю, так легко, позитивненько, и мне нравится это вообще клип сам по себе. Он очень стильный, и за ним очень интересно наблюдать. Как этим управлять? Не знаю, электронный разум. Нормально, понимаю. О, парни! Парни! Егор, Будда! Операция не прошла, недостаточно средств. Отклонена! Эй, открывайте! Эй! Интересно, мне было весело, настроение поднялось. Мне кажется, это в первую очередь должно быть так. Поэтому уже зачетно, уже классно. Кстати, я еще очень благодарна всем популярным людям за то, что они сделали модными брекеты. Потому что я помню, когда мне сказали в школе надо ставить, я такая, не-не-не. А сейчас даже как-то прикольно по-своему, хоть и немножко неудобно. Напишите в комментариях обязательно, что вам понравилось больше всего, а мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!